Казахстан не будет спешить со строительством атомных станций, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам электроэнергетики. Однако, по его словам, опаздывать с этим делом тоже не стоит. Будучи убежденным сторонником развития возобновляемой энергетики, глава государства подчеркнул, что списывать со счетов атомную энергетику окончательно, цитата, «преждевременно и ошибочно». Напомним, строительство атомной электростанции в нашей стране обсуждают уже не первый год. У идеи есть свои сторонники и противники. Республики даже начали поступать коммерческие предложения, в том числе от Японии и России. Позже президент закрыл дискуссию, пообещав, что мнение казахстанцев будет учтено. Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобия здесь неуместная. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом ни в коем случае не следует. В своем выступлении президент высказался и о переходе Алматинской ТЭЦ-2 на газ, работе над нацпроектом по развитию электроэнергетики, а также об энерготарифах. По его словам, из-за влияния пандемии до конца первого квартала все ставки заморозили, но держать расценки на одном уровне уже невозможно. А напомню, с апреля стоимость электроэнергии в среднем по стране выросла на 15%. Не секрет, что любое повышение тарифов обычно перекладывается вначале на бизнес и бюджетные организации. В отдельных областях разница достигает 400%. Это не только искажает рынок, но и не создает стимулы к бережливому энергопотреблению. Задачи по энергоэффективности и снижению энергоемкости не выполняются. Вопрос, зачем использовать более дорогие энергоэффективные материалы и оборудование, если электричество можно просто сжечь?